Сколько стоит прибор для отслеживания животных и как он работает? Сейчас покажу. Для начала достаем приемник. Отодвигаем антенны. Кнопка включения. Теперь нам экран покажет, в какой стороне находится животное. В той стороне сигнал выше. Можем проверить. В другую сторону если посмотрим. 5, 14, 28. Значит, животное находится в той стороне. Идем проверять. Сигнал стал еще выше. Итак, он совсем где-то рядом. Иди ко мне, иди сюда, иди. Так, где он? Вот он. Этот прибор называется телеметрия. Работает он на радиочастоте. И стоит он 50 тысяч рублей. Самое главное, чтобы на вашем питомце был установлен передатчик. Выглядит он вот так.